Здравствуйте, виноградари! Я снова приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас 5 августа. Некоторые сорта такого, ну не супер раннего, но раннего срока созревания у меня есть из них Восторг и Королева виноградников. Уже немножко виноград, даже сладкие ягоды. И поэтому химическими препаратами обрабатывать нельзя. Где-то будет готовый дней через 10. Где-то сроки вот такие. Последний раз обрабатывал я его химическими препаратами 2 недели назад. То есть по срокам все получается. Но все-таки вот такой период 20 дней без обработок не всегда можно пройти безболезненно. Поэтому я решил попробовать использовать такой биопрепарат, называется фитоспорин М. Лучше, конечно, использовать, говорят, лучше. Я сам не пробовал гуапсин, но гуапсина я не нашел. Вот такой фитоспорин, быстрорастворимый, написан супер универсал, усилено эликсиром плодородия. В инструкции по использованию нет применения на виноградника. Но в интернете я нашел, что люди используют, применяют. Значит, что за биопрепарат? Здесь какая-то не менее 100 миллионов живых клеток из спор. Бациллус сибтилис какой-то. Штамм 26D для личных подсобных хозяйств. Значит, то, что я буду делать, здесь 100 грамм, эти 100 грамм нужно развести в 200 граммах воды. Значит, содержимое пакета 100 грамм, развести 200 грамм воды, 1 стакан, тщательно перемешать. После этого этот препарат можно хранить. А для опрыскивания используют 2-3 чайные ложки уже разведенного препарата на 10 литров воды. И где-то на площадь 100 квадратных метров. Посмотрел, от каких болезней он используется. Тут целый такой спектр болезней. Короче, как говорят, от всего. Единственное, конечно, любой биопрепарат, он будет работать только как профилактическое средство. То есть, если у вас уже есть заболевание, то бессмысленно использовать такой биопрепарат. Следующее еще предостережение, но я сам тоже не сильно с этим знаком, но попытаюсь в будущем проверить. Значит, обрабатывал я химическими препаратами, и на винограде, на листьях, естественно, остались остатки этих препаратов. Вот как будет в этом случае вести биопрепарат, здесь тоже неизвестно. Поэтому, но постараюсь обработать именно этим препаратом. Вот у меня есть стакан. Сейчас попробую. Вот у меня 200 грамм водички. Остальную вылью. Выливаю назад эту воду и сейчас распечатаю. Этот препарат посмотрю, сам не видел, что это такое. Вот такая паста, как джем какой-то. Вот, если будет видно, вот такого, да, чем-то напоминает джем. Посмотрим, что получится. Хотя точный результат по одному разу использования можно и не получить, потому что бывает, что в случае,
то есть без всяких обработок, 20 дней виноград, в зависимости от погодных условий, виноград может спокойно выдержать. Контрольного у меня не будет. Вот так размешиваем. Тщательно размешать вот такого коричневого, темно-коричневого цвета. Получается препарат. Значит, теперь вот это готовое, готовый раствор на 2-3 ложки берется на 10 литров воды на приблизительно площадь 100 квадратных метров обрабатываю. Повторяюсь, попробую обработать два сорта, которые через 10 дней будут полностью готовы. И посмотрю, будет ли какой-то результат. Вернее, результат должен быть пройти этот период без потерь, без болезней. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания. До скорых встреч. Да, как всегда забываю. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, посмотрите другие видео, некоторые, возможно, вам понравятся. До скорой встречи, до свидания.